Віктор Романченко. Seems to float on by like a cloud in the wind, way up in the sky. Every move that I make seems to be the wrong way, like a cold black night after a summer day. What can I do? What can I do? Знаєш, Вікторе, як би там далі не склалося, а ти і справді наше відкриття. І ми пишаємось, що ось такий унікальний і ні на кого не схожий, самобутній ти у нас є. І щотижня я разом із величезною кількістю людей насолоджуюсь твоїм співом. Дуже дякую. Сергію, мені хочеться вірити, що ви серед тих, кому талант Віктора до душі. О. Да, конечно, я давно оценил талант Вити Романченко, наверное, тогда, когда его оценили и наши телезрители, телезрители первого сезона «Икс-фактора». Добрый вечер, дорогие друзья! Вы знаете, наверное, этим выступлением можно начать и закончить этот концерт, потому что это эталон, который трудно превзойти.
Соревноваться с Витей трудно, если не сказать невозможно. Ой, он еще навеял... я бачу слезы на ваших очах. Да, да, он навеял мне воспоминания о давней юности моей, когда эта вещь звучала на всех дискотеках, в школах, по радио, по телевидению, в программе «Мелодии, ритмы зарубежной эстрады». Вибачте, вы ходили на дискотеки? Да, как же, а что? Откуда же вы думаете, у меня такие танцевальные способности и чувство ритма? И Витя исполнил потрясающе, ничуть не хуже, чем Смоки, Крис Норман. Это действительно было здорово. И этот песок в горле, Витя, который у тебя появился, по-моему, впервые, так явно, так звучно. Так, Сергей Сатинов, перестаньте лезть в горло моему этот подопечному. Песок, что это такое? От которого можно сойти с ума. Единственное, может быть, был не очень чистый английский, но кто из западных гастролеров когда-нибудь чисто спел подмосковные вечера «Очи черные» или «Ты ж меня подманула». Поэтому это все простительно. Ты не обязан уметь петь на английском языке. Все остальное — чувства, эмоции, вокал, интонации, оттенки. Это все было так профессионально, так здорово, что тут абсолютно не к чему придраться. Это фантастика. Спасибо. Дякую. Игорю, а ты еще скажешь? Я скажу, що я згадав, поки тут сусідів читав лекцію собі, що цю пісню я в 10 класі співав. Вітя, співав у школі. Да ладно. Щоб я вам не брехав більше ніколи. Звідки роблю висновок, що це пісня, яку дуже люблять херсонські пацани, правильно? Так. Тобто ми з тобою. Як я можу сказати, що людина Херсонської області погано співає? І я згоден з Сергієм Пархоменко, що це був класний виступ. Дякую. Дякую. Йолочка, твоє серце вдалося Віктору завоювати? Оксаночка, давай в моем сердце не будем, это все-таки личное. Оксан, ты заметила, что за Виктором в последнее время, во второй половине шоу, очень интересно наблюдать. Виктор, вы наконец-то перестали бояться и начали меняться. И за этим действительно всем очень интересно наблюдать. И нам с коллегами, и зрителям, и Оксане. И еще, не могу не отметить то, что Сергей Васильевич Пархоменко подбирает для вас очень крутые песни. Они не все мне нравятся. Это не всегда мои самые любимые песни, но это те песни, которые вам просто идеально подходят. И этот ваш тандем, я не устаю им восхищаться, правда. Спасибо. Дякую. Серега, а ты какие слова маешь для своего подопечного? Не самая любимая песня. «Водки найду». Что может быть понятнее вообще в этой стране? Я имела в виду не конкретно эту песню, Сергей Васильевич. Дамы и господа, я хочу напомнить, что сейчас перед вами выступил человек, который не только побоялся открыть наше сегодняшнее шоу, это единственный из участников X-Factor второго сезона, кто не боится пить из-под крана. 25+, это мы написали за сценой «Цой жив». Дякую. Спасибо.